Джулиус Фрай, спасибо тебе тоже. Трек Мазилова группы же, да бля. Да блядь. Слушай только под виски. Все. Все, все, блядь, как игры. Да вырубай нахуй. Ай, у меня есть будущее в рэпе, я же не инсайдер. Ну, я надеюсь, этот брак запустит стрим. У меня больше не болит хуй, ведь Вишня сняла брекеты. Бля, опять Детройт, ёбаный, сука. С Мазилом ведь закончились рэперы. Если кто-то даст строго, то так уж быть уверую. Гинсуха бросила десаута, ушла с черной полосы на белую. Зоси все только маленький хуи, ведь он сидит на диете. Он снимает ролики для тупых, ведь его смотрит он лишь дети. Лик склеит только школьник, чтобы не казаться старым. Братишкин никогда не сможет флексить своим складом. И он у нее не первый, но гораздо лучше многих. Гинсуха сказал про боты язычком, он не вылезал много. Сиплый сорвал голос, уже не слышно его крики. К нему подошло на улице два бомжа, он взял их в Африке. Мой хуй встает по утрам, я зову его квикантик. Моя не проститутка, но у нее ночной прайм-тайминг. Почувствуй себя стройным, посмотри на гуакамоле. Даже читбаны со сладкого пересел на соли. Секси саринян, второе место занимает Симпл. Десаут выебит фруктоску, она кончит пивом. Все говорят, мы любим Вадю, но никак не попасть Киев. Но ЖЖ приехал, когда даже не был фриком. Ага. Это Бабабой продакшн, блядь. А про меня что-то будет? Дрейка ударили членом, и так стукнуло 18. Я пиздатый без секса, ведь я крутой, не ебаться. Даже не пытайся, ты не круто, ты стагнация. Твои яйца зажать могут пески между пальцами. У меня новые кроссовки, дорогие пиздатые. Ведь Вован переобулся, а мне отдал свои старые. Все рофлят про Спанч Боба, со схуя вы это взяли? Не мои зубы кривые, а у вас косые взгляды. Мака скушал Биг Мак, ему было ведь вкусно очень. Он наелся, не сказав, что еще 200 он съел ночью. Не приходит на коллабы, ведь для вебки слишком пухлый. Он хотел собрать людей и купил себе Лего Дум. Настала осень, и все гайки улетают на юг. Денег подсел на иглу и сидит, заебись уютно. Иисус башню отрастил и об этом теперь поет. Вчера выглянул в окно и сбил ебалом самолет. Антоха выгодно очень вложил деньги в карман, пока Лага довел паблик, Максим себя как еблан. Татьяна чемпион в КС, а КС это как сама, чтобы выбиться в люди, вышла на улицу в трусах. Чё, блядь? Не, ну... Так-то если про текст говорить, забавно звучит, реально. Ну, типа, что-то в этом есть, прикольно, разъебали, да. Текст неплохой. Ну, понятное дело, Мазилов-то как бы хуйни придумать не сможет. Вот, но исполнение Макривского, ну, не знаю. Да похуй, нормально. Окей, второй, подожди, что? КамАЗ? Он же умер. А, Маскорж, блядь! Тягач. Чё? Тягач. Тягач, тягач, тягач. Кого, блядь? Я? Я тягач? Бля, Вову зовёт. Лукас! Пиздец, это про... Это пром... Шо, они опять в этот свой...